Здравствуйте! В этом видео я расскажу о Динопарке, который находится в Парке Победы в Черкассах. На территории парка находятся роботизированные фигуры динозавров, которые могут шевелить хвостами, лапами, открывать пасть и рычать. Также есть фотозоны, интересная песочница с археологическими останками, в которой дети могут поиграть в палеонтолога. Также на одном из динозавров можно посидеть, потрогать его и сфотографироваться. В целом очень так реалистично, красиво сделано все, говорю. Детки даже боялись, я видела. Ты не боишься? Конечно. Ну рычит как зато, и лапы у него какие, хвост. Это точно. Это у него такой звук. Не, ну если такого встретить где-то, то трошки, я думаю, испугаешься. Это такой большой совсем. Даже я бы сказала, огромный. Слушай, язык такой, да? Так, это какой-то цератозавр. Это какой-то большой класс. Можно прочитать цератозавра. Так, идем дальше. Там еще один динозавр. Сейчас, стой. А, не, это просто рисунок. Да, бачишь, этот датчик стоит, ну. Много тут динозавриков. Наверное, не брати. Иди, кажу. Почему? Смотри, он просыпается. Динозавр. А, когда подходят люди, они начинают шевелиться. Датчик, бачишь, рук? Ну, датчик рук? А, это что? Он начинается царить. Но он все равно какой-то глаза не открывает. Только хвостиком. Какой-то ленивый. Ну, все-таки це мало рухливий динозавр. А чого у нього глаза не відкриті? Динозавр. Йому це пірат, йому око одне вибили. А, може він одноглазий просто. Ні, може просто дешевий китайський динозавр. Это, наверное, добрый просто. Поэтому у него ни зубов, ни глаз. Не фоткай его. Почему? Ну, он больной. Ну, да ладно. Беззубый зато... старый динозавр, слепой. Вот что бывает на пенсии динозавриной. Не, смотри, у него глаза есть.
Здесь такой просто огромный, до третьего этажа, наверное, размером. Он даже не влазит в кадр весь, по частям приходится снимать. Тут совсем так реалистичненько. Даже, как бы я сказала, так немножко страшновато. Там очень интересно, птеродактили такие огромные. Сейчас я к ним подойду. В этой песочнице детки могут выкопать кости динозавра. Интересно, тоже сделано, молодцы.
бутеном таким натянутым, то есть всегда там тенечек, замечательно придуманы. Ну что, Дань, что ты раскопал? Я бегу! Раскопал что-то? Что там, киски? Ничего себе! Ну что там у него во рту? Мягкий? А, вот так. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Ну а я желаю вам всего хорошего. До скорых встреч на нашем канале.